Я хотел бы зачитать полученное нами сейчас приветствие от председателя Государственной Думы парламента России, господина Нарышкина. Приветствую участников заседания группы стратегического видения «Россия и исламский мир». Проблемы глобального развития, диалога культур и религий, пути совместного преодоления общих вызовов и угроз в области экономики и безопасности, в политической и гуманитарной сферах нуждаются в конструктивном международном обсуждении. Здесь крайне важны экспертная составляющая и изучение опыта таких многонациональных и многоконфессиональных стран, как Россия. Уверен, что у группы стратегического видения России и исламский мир большое будущее, а рекомендации ее участников получат практическое воплощение. Желаю вам плодотворной дискуссии, отличных впечатлений от посещения Казани, одного из древнейших и красивейших городов нашей страны. Сергей Нарышкин.